беседа на слова апостола: «Не хочу оставить вас, братья, в неведении, что отцы наши прошли под облаком». 1 Коринфянам 10:1. Мореплаватели особенно любят ту часть моря, которая снабжена частыми заливами и островами. Море без пристани, хотя бы оно было спокойно, возбуждает плывущих великий страх. А где со всех сторон расположены заливы, пристани и берега, там они плывут с великой уверенностью. Если когда и увидят они возмутившееся море, то, имея вблизи убежище, скоро и легко могут найти спасение от угрожающих бедствий. Вот почему не только тогда, когда они плывут близ пристани, но и тогда, когда находятся вдали, они получают великое утешение и от одного взгляда на нее. Обыкновенно немало ободряет души их и представляющаяся издали вершина горы, и поднимающийся дым, и стада овец, пасущихся под горою. А когда они входят в самое устье пристани, тогда наслаждаются полной радостью. Тогда они и весла оставляют, и тела свои, страдавшие от соленой воды, освежают хорошей водою, и, вышедшие на берег и повалявшись немного по земле нагими телами, устраняют все неприятности, происходящие от мореплавания. Итак, надобно тому, как, подобно как мореплаватели особенно любят эту часть моря по причине частых и непрестанных мест отдохновения, так и я особенно люблю это время года. Не потому, что мы избавились от зимы, не потому, что мы наслаждаемся летом и приятно дует зефир, но потому, что мы имеем теперь частые духовные пристани, преемственно поднимающие нас, разумею, торжества святых мучеников. Подлинно, не столько пристани пловцов, сколько праздники этих святых имеют свойство оживлять верующих. Тех пристани избавляет от нападения морских волн и долговременного плавания, а участвующих в торжестве мучеников воспоминания святых особенно избавляет от смятения в душе, происходящего от злых и нечистых духов и непристойных помыслов. Приходит ли кто сюда отягченный скорбью, хотя бы от общественных, хотя бы от домашних дел, он оставляет ее всецело и возвращается отсюда, сделавшись спокойнее и бодрее, не от руля отступая и не весла откладывая, но свергая тяжелое и разнообразное бремя житейских неприятностей и исполняясь в душе великой радостью. Свидетелями всего этого вы сами, которые вчера наслаждались подвигами блаженного Варлаама, с великим удовольствием входили в его пристань, омылись от горькой воды житейских забот и от повествования о нем облегченными возвратились домой. А вот приближается еще торжество в честь других мучеников. Но пока мы стремимся в их пристань, теперь станем подражать мореплавателям. Как те, переплывая море, обыкновенно поют, облегчая труд песнями, так и мы, прежде чем вступить в пристань святых, будем передавать друг другу некоторые священные изречения, поставив предводителем этой прекрасной беседы блаженного Павла и следуя тем путем, каким он сам повелевает. Каким же путем он повелевает нам идти? Путем пустыни и чудес там совершившихся. Вы слышали сегодня, как он взывает и говорит? 1 Коринфян 10:1-10. «Не хочу оставить вас, братья, в неведении, что отцы наши все были под облаком, и все прошли сквозь море. И все крестились в Моисея в облаке и в море, и все ели одну и ту же духовную пищу, и все пили одно и то же духовное питье, ибо пили из духовного последующего камня. Камень же был Христос. Но не о многих из них благоволил Бог, ибо они поражены были в пустыне. А это были образы для нас, чтобы мы не были похотливы на злое, как они были похотливы. Не будьте также идолопоклонниками, как некоторые из них, о которых написано: народ сел есть и пить и стал играть.
не станем блудодействовать, как некоторые из них блудодействовали. И в один день погибло их 23 тысячи. Не станем искушать Христа, как некоторые из них искушали, и погибли от змей. Не ропщите, как некоторые из них роптали, и погибли от истребителя». Эти слова, по-видимому, ясны. Но для внимательных они представляют некоторое немалое недоумение. Во-первых, не излишне спросить, для чего апостол напоминает о ветхозаветних событиях, и каким образом, беседуя об идоложертвенном, он перешел к этому повествованию, к изображению случившегося в пустыне. Он ничего не говорит напрасно и как случится, но при совершенной последовательности всегда соблюдает и строгое согласие в речах своих. Почему же и отчего перешел он к этому повествованию? Он укорял тех, которые неосторожно и без внимания приступали к идолам, вкушали от нечистой трапезы и касались идоложертвенного. И показав, что они через это производили двойной вред, соблазняя слабых и сами делаясь причастниками бесов, и достаточно смирив мудрование их прежде сказанным и научив, что верующему должно иметь в виду не только свою пользу, но и других, затем, желая сильнее внушить им страх, он напоминает о ветхозаветних событиях. Так как они слишком высоко думали о себе, как люди уверовавшие, освободившиеся от заблуждений, удостоившиеся ведения, сделавшиеся причастниками неизреченных таинств и призванные к небесному царству, то он, желая показать, что в этом нет никакой пользы, если жизнь не будет соответствовать такой благодати, поучает их событиями из ветхозаветней истории. Но и при этом остается много вопросов. Почему он не беседует с ними словами Христовыми, находящимися в Евангелии? Не напоминает им о гиене, о тьме кромешной, о черви ядовитом, об узах вечных, об огне, уготованном дьяволу и ангелам его, о скрежете зубов и о других невыразимых мучениях? Если он хотел устрашить, то надлежало бы сделать это посредством важнейшего, а не того, что было в пустыне. Хотя и те были наказаны, но легко, кратковременно и в один день. А в будущем имеет быть наказание вечное и тягчайшее. Почему же он внушал им страх теми событиями, а не напоминал о словах Христовых? Он мог бы сказать им: «Не хочу оставить вас, братья, неведений, какие Христос дал заповеди касательно тех, которые имеют веру, но не показывают хорошей жизни. Даже и тех людей, которые совершали чудеса и пророчествовали, он лишил Царства Небесного, сказав Матфея 7:23. И тогда объявлю им: я никогда не знал вас. Отойдите от меня, делающие беззаконие. Многие скажут мне в тот день: Господи, Господи, не Твоего ли имени мы пророчествовали, и не Твоим ли именем бесов изгоняли, и не Твоим ли именем многие чудеса творили?» И дев он не укоряет за веру и образ мыслей, а за нечестивую жизнь. Бесчеловечие и жестокосердие заключает от них брачный чертог, и одетого в нечистые одежды он изверг связанным не за то, что тот не держался правого учения, но за то, что вел порочную и нечистую жизнь. И тех, которых он повелел ввергнуть в огонь, уготованный дьяволу и ангелам его, отослал туда не за то, что они отпали от веры, но за то, что никому никогда не оказывали милосердия. Обо всем этом и подобном апостол мог бы напомнить им и сказать: «Не хочу оставить вас, братья, в неведении», что все эти получили крещение, были причастниками таинств, показали много веры и имели совершенное познание. Но так как они не вели жизнь согласной с верой, то лишены царства и преданы огню. Почему же он не сказал это, но, оставив все это, сказал: «Не хочу оставить вас, братья, в неведении о том, что все отцы наши были под облаком и все прошли сквозь море»? Напоминает им о том, что случилось при Моисее, умолчав о том, что относится к благодати. Не напрасно
и не без какой-нибудь причины он делает это, потому что он был исполнен великой мудрости. Почему же и для чего? По двум причинам. Желая сильнее тронуть их и вместе показать, что Ветхий Завет имеет великое сродство с новым. Многие из людей не верят в гиенну, не признают будущего наказания и думают, что Бог угрожает червем неумирающим, огнем неугасающим, тьмою кромешной только для страха и вразумления. Но и они не могут не верить прошедшему. А бывшим кто может сказать, что его не было? Тому, что еще не открылось и не осуществилось на деле, многие не верят. Но никто, даже самый недобросовестный и бесчестный, хотя бы и захотел, не может не верить тому, что уже было и исполнилось. Поэтому апостол, желая убедить их в правосудии Божьем посредством того, что весьма известно, что уже исполнилось и от чего осталось много следов, и как бы так говорит: «Если ты думаешь, что нет ни гиены, ни наказания, ни мучений, и что Бог только угрожает этим, то, размыслив о прошедшем, поверь и будущему». Если один и тот же Бог управляет и прошедшим, и настоящим, и в Ветхом Завете, и при благодати, как и действительно он один и тот же, то на каком основании он, подвергнув наказанию и мучению тех грешников, нас, согрешающих также еще гораздо хуже тех, оставит без наказания? Я спрашиваю, блудодействовали иудеи и не были ли наказаны? Роптали и не получали ли наказание? Совершенно необходимо признать это. Как же наказавший тех оставить ненаказанным тебя, дерзающего делать то же самое? Это было бы неосновательно. Но ты не подвергаешься наказанию здесь? Потому особенно и верь в гиенну и будущее наказание, что ты не подвергаешься наказанию здесь. Если бы не имело быть никакого наказания после настоящей жизни, то ты, согрешивший одинаково с прежними, не оставался бы ненаказанным. Так и ты, если встретишься с человеком беспечным, беспутным и преданным разврату, и он станет говорить тебе, что нет ни мучений, ни гиены, и все это басни, что Бог только угрожает этим, желая внушить страх, скажи ему: «Человек, ты не веришь будущему, потому что оно еще не явилось, не открылось и не совершилось перед твоими глазами. Но кто может не верить тому, что это было и исполнилось?» Представь Содом и Гоморру. Эта страна не за какой-либо иной грех понесла наказание, а за то, что жители этих городов допускали беззаконное кровосмешение и непозволительные связи и совершенно извратили законы природы. Как же может статься, чтобы Бог, который тот же и тогда, и теперь, наказав тех грешников без всякого снисхождения, оставил ненаказанным тебя, который, согрешая после них, достоин гораздо большего наказания и мучения, как получивший благодать и не вразумившийся их наказаниями. 246. Поэтому-то Павел, не сказав ничего о гиене, так как многие не веруют в будущее, желает образумить их тем, что уже совершилось, и чему они достаточно верили, хотя будущее более страшно, прошедшее убедительнее для людей несовершенных, и последнее обыкновенно устрашает их больше первого. Вот почему он и указывает им на то, чему не мог не верить даже самый бесстыдный, а вместе с тем наносит смертельную рану Маркиону, Манесу и всем, которые заражены одной с ними болезнью. В самом деле, если не один и тот же Бог Ветхого и Нового Завета, давший и те заповеди, и будущее имеющие произвести, то напрасно говоришь ты мне это, Павел, и никакого страха ты не возбуждаешь в слушателях. Слушатель может сказать: если иной тот Бог, и иной этот, то последний, конечно, не станет судить, по мнению первого, и не с теми же будет сообразовываться законами. Если Богу Ветхого Завета угодно было всех наказывать и мучить, то для чего ты стращаешь и угрожаешь этим мне? Я имею другого владыку, который будет судить меня. Таким образом, если бы был иной Бог Ветхого и иной Бог Нового Завета, то Павел сделал противное тому, что хотел сделать. Не только не устрашил слушателя, но избавил его от всякого опасения и страха, чего не сделал бы никто из людей самых обыкновенных и неразумных, не только что Павел, исполненный такой мудрости. Отсюда очевидно, что один и тот же Бог, поразивший иудеев в пустыне и имеющий наказать согрешающих из нас,
потому что опять скажу тоже. Если бы он был не один и тот же, то Павел не стал бы устрашать нас в будущем тем, что уже было совершено им прежде. А так как он один и тот же, то апостол внушает этим неотразимое ожидание наказания и показывает, что нужно бояться и страшиться. Тот, кто наказал согрешивших отцов наших, не пощадит и нас, совершающих такие же грехи. Впрочем, следует обратиться к самому началу речи и разобрать каждое слово со всей точностью. «Не хочу, братья, оставить вас в неведении». Учеников он назвал братьями не по достоинству их, но по любви к ним, называя их этим именем. Он знал, хорошо знал, что нет ничего равного ей, и что высочайший вид достоинства есть тот, который выражает любовь. Этому прежде всего будем подражать и мы. Хотя бы иные были гораздо ниже нас, будем называть их почтительным именем. Не только свободных, но и рабов, не только богатых, но и бедных. И Павел почтил таким названием не только богатых между коринфянами, не только свободных, знатных и славных, но и простых людей, и рабов, и всех вообще. Потому что во Христе Иисусе нет ни раба, ни свободного, нет ни варвара, ни скифа, ни мудрого, ни немудрого, но уничтожено всякое неравенство житейского достоинства. И что удивительного, если Павел так называет подобных себе рабов, когда и владыка его так назвал, род наш сказал: «Буду возвещать имя Твое между братьев, посреди собрания воспою Тебе». Псалом 21:23. И не только назвал он нас братьями, но и сам благоволил сделаться нашим братом, облегшись нашей плотью и сделавшись причастником одного с нами естества. Этому удивляясь, Павел и говорит: «Ибо не ангелов восприемлет он, но восприемлет семя Авраамова. Посему он должен был во всем уподобиться братьям, чтобы быть милостивым и верным первосвященником пред Богом для умилостивления за грехи народа». Евреям 2:16. «Слыша все это, исторгнем из души нашей высокомерие, гордость и всякую надменность, и с великим тщанием будем стараться называть ближних именами почтительными и уважительными. Хотя это дело кажется маловажным и ничтожным, однако оно бывает причиной многих благ, равно как противное тому часто производило много несогласий, ссор и вражды. И не только это слово, но и следующее нужно обсудить с великой тщательностью. Сказав: «Не хочу оставить вас, братья, в неведении», апостол преусокупил, что отцы наши, не сказал, иудеи, или исшедшие из Египта, а что? Отцы наши, показывает и свое смиренно-мудрее тем, что он не отказывается от родства с ними, хотя бы столько выше был их по добродетели, и вместе с тем обуздывает бесстыдный язык порицающих Ветхий Завет. Если бы он имел враждебное расположение к этому завету, то не упомянул бы в почтительных выражениях оживших тогда, которые все подлежали осуждению. Все! Не без причины, не напрасно сказал он то слово «все», но с великой мудростью. Не однажды только он произнес это, но и дважды, и трижды, и многократно, чтобы ты уразумел, что и без причины, не без причины он употребил это слово. Сказав: «Отцы наши все были под облаком, и все прошли сквозь море, и все крестились в Моисея в облаке и в море, и все ели одну и ту же духовную пищу, и все пили одно и то же духовное питье». Слышишь ли, как часто он повторяет «все». Он не сделал бы этого, если бы не хотел выразить какой-нибудь великой и дивной тайны. Если бы он употребил это слово просто, то достаточно было бы один раз сказать его и не повторять более, и сказать, что «отцы наши все были под облаком, прошли сквозь море, крестились у Моисея в облаке», а между тем он так не сказал, но при каждом случае прибавил «все», отверзая нам немалую дверь к уразумению его мысли, чтобы видеть его мудрость. Для чего он часто повторяет это слово? Он желает показать, что есть великое сродство Ветхого Завета с новым, и что первый был образом последнего и тенью будущего. И, во-первых, этим он показывает их сходство.
как в церкви. Это желает он показать. Нет различия между рабом и свободным, между пришельцем и гражданином, старым, юным, мудрым и немудрым, частным человеком и начальником, женой и мужем. Но всякий возраст, всякое звание и оба пола одинаково вступают в водную купель. Хотя бы то был царь, хотя бы нищий, и получает одинаковое очищение. И это особенно служит величайшим доказательством нашего благородства, что мы посвящаем в таинство одинаково и нищего, и носящего багряницу, и нет никакого преимущества у последнего перед первым по отношению к таинству. В таком же смысле и в Ветхом Завете многократно употребляет слово «все». В самом деле ты не можешь сказать, что Моисей прошел по суше, а иудеи по морю, богато иным путем, а бедно иным. Женщины под воздухом, а мужчины под облаком, но сквозь море все, под облаком все, в Моисее все, так как этот переход был прообразом будущего крещения. То прежде всего нужно было прообразовать то, что все участвовали в одном и том же, подобно тому, как и здесь равно участвуют в одном и том же. А как, скажешь, это могло быть прообразом настоящего? Когда ты узнаешь, что такое образ и что истина, тогда я представлю тебе объяснение на это. 249. Что же такое тень и что истина? Мы обратим речь к изображениям, которые пишут живописцы. Ты часто видел, как на царском изображении, нарисованном темной краской, живописец проводит белые полосы, а изображает царя и царский престол, и коней, предстоящих ему, и копьеносцев, и врагов, связанных и поверженных. И однако, смотря на все эти тени, ты не все узнаешь и не все понимаешь, но только неясно различаешь, что изображается человек и конь. А какой это царь, какой враг, ты не очень отчетливо видишь, пока наложенные настоящие краски не изобразят лица их и не сделают их яснейшими. Поэтому, как в этом изображении ты не требуешь всего прежде наложения настоящих красок, но хотя бы ты получал некоторое неясное представление о предмете. Считаешь картину довольно совершенную. Так рассуждай и о Ветхом и Новом Завете, и не требуй от меня всего точного представления истины в образе. Тогда мы и будем иметь возможность научить тебя, как Ветхий Завет имеет некоторое сродство с Новым, и тот переход через Черное море с нашим крещением. Там вода и здесь вода. Здесь купель, там море. Здесь все ступают в воду и там все. В этом сходство. Хочешь ли теперь узнать истину этих оттенков? Там через море избавились от Египта, здесь через крещение от идолослужения. Там потоплен фараон, здесь дьявол. Там потонули египтяне, здесь погребается ветхий греховный человек. Видишь сходство образа с истиной и превосходство истины пред образом? Образ не должен быть совершенно чуждым истине, иначе он не будет образом. Но с другой стороны, он не должен быть и равным истине, иначе он будет самой истиной, а должен оставаться в своих пределах и не иметь всего, и не быть лишенным всего, что имеет истина. Если бы он имел все, то был бы самой истиною, а если будет лишен всего, то не может быть образом, но он должен одно иметь, а другое оставить истине. Итак, не требует меня всего в событиях ветхого человека, но завета, но если получишь некоторые малые и неясные намеки, принимай это с любовью. В чем же сходство этого образа с истиной? В том, что там все и здесь все. Там посредством воды и здесь посредством воды. Те освободились от рабства, и мы от рабства. Но не такого. Те от рабства египтянам, а мы от рабства бесам. Те от рабства иноплеменникам, а мы от рабства греху. Те приведены к свободе, и мы также. Но не к такой, а гораздо лучше. Если же наши обстоятельства лучше и превосходнее тех, не смущайся этим. Таково особенное свойство истины – иметь великое превосходство пред образом, но не противоположности и не противоречия. Что же значит «все в Моисея крестились»? Эти слова, может быть, неясны. Постараюсь поэтому сделать их более ясными. Разливалось тогда море перед глазами израильтян, и повелено было им перейти этим странным и необычайным путем, которым никто из людей никогда не проходил.
Они не решались, уклонялись и боялись. Моисей прошел первый, а за ним и все удобно последовали. Это значит, в Моисея крестились. Поверив ему, они таким образом осмелились вступить в воду, имея предводителя путешествия. То же было и со Христом. Выводя нас из заблуждения, избавляя от идолослужения и руководя к царству, Он сам проложил нам путь, вошедший первым на небеса. Итак, подобно тому, как израильтяне, поверив Моисею, решились идти, так и мы, веруя во Христа, смело совершаем свое странствование. А что именно это означает слова «все в Моисея крестились»? Ясно из истории, так как они не крестились во имя Моисея. Если же мы не только имеем в Иисусе Христе предводителя, но и крещаемся во имя Его, тогда как израильтяне не крестились во имя Моисея, не смущайся и этим, потому что, как я сказал, истина должна иметь некоторое великое и неизреченное превосходство перед своим образом. Видишь, что в крещении составляет образ и что истину. Теперь я объясню тебе, как преобразовано там и божественная трапеза и приобщение тайн, если опять ты не будешь требовать от меня всего, а станешь смотреть на события, как на тень и образы. Сказав о море и облаке, Моисея апостол присовокупил, и все ели одну и ту же духовную пищу. Как ты, говорит, выходя из водной купели, приступаешь к трапезе, так и они по выходе из моря приступили к трапезе новой и необыкновенной, разумею, манну. И еще, как ты имеешь необыкновенное питье, спасительную кровь, так и они имели питье необыкновенного рода, нашедшие не источники и не текущие реки, но получив из камня твердого и безводного весьма обильные потоки. Поэтому он и назвал это питье духовным. Не потому, чтобы оно было таким по своей природе, но потому, что было таким по способу произведения. Не по закону природы оно дано было им, а по действию Бога, который вел их. Это самое и он подтверждает в словах своих, сказав, «Все пили одно и то же духовное питье». Питьем была вода. И желая показать, что слово «духовное» относится не к свойству воды, а к способу ее произведения, он присовокупил. «Ибо пили из духовного последующего камня. Камень же был Христос». Не свойство камня, говорит, но сила действующего Бога произвела эти потоки. 251. Здесь он с корнем вырывает и ересь Павла Самосадского. В самом деле, если все это совершал Христос, то как говорят, будто он начал существовать с того времени, когда Мария родила его? Если события в пустыне оказываются совершившимися раньше Марии, а все это совершал Христос, по слову Павла, то необходимо он был прежде этого рождения и прежде этого чревоношения, потому что несуществовавший, конечно, не мог бы совершать столь чудных и необыкновенных дел. Как словами «все сквозь море прошли», апостол изобразил величие церкви, преобразованной издревле, так и словами «все ели одну и ту же духовную пищу». Он выразил опять то же самое. Подобно тому, как в церкви не иное тело принимает богатый, а иное бедный, и не иную кровь тот, а иной этот, так и тогда не иную манну получал богатый, а иной бедный, и не иным источником пользовался тот, а иным худшим этот. Но как теперь одна и та же трапеза, одна и та же чаша, одна и та же пища предлагается всем приходящим сюда, так и тогда одна и та же манна, один и тот же источник предлагается всем. И что подлинно чудно и удивительно, некоторые в то время старались собирать манны больше надлежащего, и такое любостяжание не приносило им никакой пользы. Доколе они соблюдали надлежащую меру, манна оставалась манною, а когда старались собирать более, то любостяжание обращало манну в червей. Хотя они делали это не в ущерб другим, потому что не похищая пищу у ближнего, они собирали больше, однако были осуждены за то, что желали большего. Хотя они нисколько не вредили ближнему, но весьма много вредили себе сами. Таким способом собирания, приучаясь к любостяжанию. Таким образом, одно и то же служило и пищей, и наукой Богопознания. Вместе и питало тела,
и научала душу. И не только питала, но и избавляла от трудов. В самом деле, не нужно было ни запрягать волов, ни влачить плуг, ни проводить борозды, ни ожидать целый год плодов. Но они имели трапезу готовую, свежую, новую и ежедневную. И самым делом научались евангельской заповеди «Не заботься о завтрашнем дне», так как не было никакой пользы от этой заботы, потому что если кто собирал больше, то собранное повреждалось и погибало, и служило только обличением любостяжания. Далее, чтобы не считали манны за дождь, падающий естественным порядком, в день субботы ничего подобного не было. Этим Бог внушал им две мысли. Именно, что в предшествующие дни он сам производил этот дивный необыкновенный дождь. И в этот же день он для того не посылал его, чтобы они невольно научились праздновать день субботний. И не по пище только, но и по одежде и обуви, и по всему прочему можно было на самом деле видеть уже тогда исполняемыми заповеди, данные апостолам. Они по распоряжению Божию не имели ни дома, ни трапезы, ни ложа, ни второй одежды, ни обуви. Видишь, как сходство Ветхого Завета с Новым. Как после Христос учил апостолов касательно необходимых потребностей, подобным образом и у израильтян устроен был образ жизни, и вся тварь готова была к служению им. Для чего, ты скажешь, все это было? Бог хотел поселить их в одном месте вселенной и повелеть, чтобы они постоянно там служили ему и не создавали ни храма, ни жертвенника, ни в каком другом месте вселенной, но только там приносили дары и жертвы, совершали празднества, читали закон, исполняли все прочие священные обязанности. Поэтому, чтобы не подумали, будто и промысел его ограничивается тем определенным местом служения, и будто он и есть их частный бог, он предварительно показал силу свою в чужой земле, в Египте, в пустыне, где никто не служил ему, где никто не поклонялся ему. И тварь иногда служила в произведении действий противных ее природе, убеждая самых неразумных приписывать ему и первоначальное сотворение вещей. Так море одних потопляло, а других спасало, и воздух то наносил град и губил иноплеменников, то приносил манну и питал иудеев. Равная земля производила то мошек ко вреду врагов, то перепелов ко спасению своих. Для тех и днем была тьма, для этих и ночью свет. Египтяне, имея текущий Нил, погибали от жажды и засухи, а израильтяне, странствуя в пустыне сухой и знойной, пользовались водою в большом изобилии. Тех одолевали жабы, а этих и исполины там не могли преодолеть. 252. Но для чего об этом напомнил нам блаженный Павел? По той причине, о которой я сказал вам вначале. Чтобы ты знал, что ни крещение, ни отпущение грехов, ни ведение, ни приобщение тайн, ни священная трапеза, ни сподобление тела, ни приобщение крови, ни что другое не может принести нам никакой пользы, если мы не станем вести жизнь честную, строгую и чуждую всякого греха. А что действительно для этого он напомнил о таких событиях? Видно из того, что он, представив образ крещения в море и облаке и образ тайн в манне и камне, сказал: «Но не о многих из них благоволил Бог, ибо они поражены были в пустыне», присокупляя к таким словам, что хотя и все ели одну и ту же духовную пищу и пили одно и то же духовное питье все. После столь многих, говорит, и столь великих чудес Бог не возлюбил их, а что? Поражены были в пустыне. Для чего же говоришь ты нам об этом, Павел? Все это были образы для нас, чтобы не были похотливы на злое, как они были похотливы. И служителями, как некоторые из них. Ибо написано: «Сел народ есть и пить, и встал играть». Посмотри на мудрость Павла. Он сказал о грехе, сказал о причине греха. Сказал и о наказании за грех, научая нас всем этим. «Остерегайся подражание им». Причиной греха было объедение. «Сели есть и пить». Грех
самое играние. Затем наказание. Поражены были в пустыне. Далее. Как не, чтобы мы не были блудниками, как они были блудниками. Здесь он не высказал причину блудодеяния, только наказание. Какое? И в один день погибло из них 23 тысячи. Почему же он не высказал причины, от которой происходило блудодеяние? Он предоставил любознательным обратиться к истории и из ней узнать корень этого зла. В этом и состоит лучший способ врачевания. Говорить, от чего происходят болезни, об этом говорить и прилагать врачества к ранам. Поэтому он и говорит. Все это происходило с ними как образы, а описано в наставлении нам, достигшим последних веков. Таким образом, тот самый, кто сделал все это и наказал непослушных, вразумляет теперь нас не только словами, но и самыми событиями. А это и величайший способ вразумления. Видишь ли, как для находящихся в благодати он представил учителя, совершившего такие дела в Ветхом Завете, внушая, что один и тот же и сделал все то, и говорит это через него. Если бы там был кто-нибудь иной, то он не назвал бы тогдашних событий образами настоящих и не сказал бы, что все сие написано в наставлении нам, не представил бы нам такого учителя, которого не признавал бы Богом и не устрашал бы тем, что было сделано им тогда, нас, имеющих также впасть в руки его. А теперь желаю внушить, что мы также имеем впасть в руки его, и что те и другие люди тогдашние и нынешние управляются его законами. Он напомнил о всем том и сказал, а все сие написано в научение, в наставление нам. Итак, зная это, будем верить и прошедшему, и будущему. Если же есть некоторые неверующие будущему, то станем научать их усердию к добродетели прошедшим, повествуя о случившемся с содомлянами, рассказывая о бывшем во время потопа, напоминая о событиях в Египте, чтобы они, вразумившись наказаниями других и оказав лучшую жизнь, приняли и учение о гиене и о воскресении. Ведь и теперь все неверующие суду таковы ни от чего иного, как от развратной жизни и порочной совести. Так что если мы очистим себя от грехов и вразумимся страхом прошедшего, то убедимся принять учение и о будущем. Как неправое учение обыкновенно ведет за собой дурную жизнь, так и развратная жизнь часто производит неправое учение. Итак, чтобы этого не случилось, будем повторять эти слова и себе, самим и другим, постоянно сохранять правую веру и оказывать наилучшую жизнь, потому что со всех сторон доказано, что без нее и правое учение не принесет нам никакой пользы. Да сподобимся же молитвами святых и всех предстоятелей сохранить в целости правое учение, которое мы получили свыше и от предков, и сопровождать его сообразной с ним жизнью, чтобы нам получить обетованное благо, благодатью и человеколюбием Господа нашего Иисуса Христа, с которым Отцу со Святым Духом слава, держава, честь, ныне и присно, и во веки веков. Аминь.